What the? What is this? A hamburger? A what? Oh my God! You're saying I have Asperger's? Which is a high functioning. Всем привет, с вами Дмитрий. И сегодня я расскажу вам про уникальное РПГ Серафимов. И да, я не ошибся. Это не просто оружие Серафимов, это уникальное оружие Серафимов. Называется оно «Ошибка». Уникальность ошибки в том, что ее можно получить только незаконным путем. То есть она вообще ни с кого не падает и ни с какого сундука не выпадает. Я перезаписываю этот гайд второй раз полностью, потому что я нес такую чушь. Сейчас я вроде бы разобрался, что надо говорить. Начну сразу по делу. В общем, ошибка — это копия РПГ Серафимов Ахав, которая падает с Мастера G. Больше я ничего не скажу, так как я и буду делать отдельный гайд про Ахав. Особый эффект на оружие гласит, это оружие не должно выпадать, что еще раз говорит о том, что можно получить это оружие только с помощью сейф-эдитора. Про стрелковые характеристики тоже ничего не скажу, так как это все будет видео про Ахав. Сейчас только о том, чем это оружие отличается от Ахава. Как я понимаю, разработчики хотели сделать так, чтобы с Мастера G падала ошибка, но при этом они скорее всего передумали и сделали так, чтобы с него падал Ахав. Он имеет бело-голубую текстуру торга, что более похоже на другое оружие Серафимов. А ошибка имеет текстуру Тадиора, при том, что сама является производством торга. И при этом еще не имеет прицела. То есть, когда вы нажимаете на прицеливание, вы как бы просто засовываете голову внутрь РПГ и видите текстуру. А оружие это полностью доделанное, за исключением прицела. Так что, скорее всего, изначально оно называлось Ахав или нет. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях и вообще про ошибку. Но в итоге они просто переименовали это оружие, переделали описание, но оставили его в игре. Может быть, забыли удалить. Но в итоге получилось так, что с помощью читов можно его заполучить. Так, все. Кажется, я снова начал месить кашу, и сейчас начну путаться и говорить одно и то же. В общем, подведу итог. Ошибка — это оружие, которым вооружен Мастер G. Но при этом оно было либо заменено на Ахав, либо просто недоделано. Опять же, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, потому что я могу быть далеко не прав. А на этом все. Да, мало... Но и про стол я еще ничего не сказал, просто чем он отличается от Ахава. Поэтому даже как бы не гайд, а просто рассказ о пушке, которую можно получить с помощью читов. Поэтому, если вам понравилось данное видео, хотя мне кажется, что оно мало кому понравится, все равно ставьте лайк. Пофиг, что оно вам не понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии, рекомендуйте канал друзьям, смотрите другие гайды, этот не считается даже как гайд. Скорее всего. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.